больше, чем тренер. Он, наверное, как учитель. Великий тренер, товарищ Сабин. И большой человек по жизни. Очень интеллигентно, очень профессионально. Никакого повышения голоса. Мы все-таки никто быстрее в фехтовании должны судить. А мы же судить, кто умнее. Это человек праздник. Это человек улыбка. Никита и Тышлер, знаменитые фехтовальщики наши, перед которыми мы, конечно, имели огромный пиетет. Это один из самых ярких саблистов 20 века. Вот это вот, собственно, наш двор. Вот эта вот плата, которая за этим красным домиком, котельня. И вот там мы играли в казаки-разбойники и фехтованием. Занимались на палках после появления трофейных фильмов с мушкетерами. И мы все увлекались с этими палками. Вот здесь, конечно, не было никаких заборов у нас здесь. И не было заасфальтировано, была земля. И мы играли в футбол. Сначала наши бабушки и мамы вязали нам тряпичные мячи. Потом жизнь стала более состоятельной. Мы начали покупать мячи с камерой. А вот на втором этаже, это дом композитора, вот здесь вот в углу балкон и окошко. Здесь жил композитор Вано Мурадели. Очень большой любитель футбола. Он всегда смотрел, и у нас периодически камера лопалась. Потому что здесь был двор, камни, стекла. Он бросал нам пятерочку, мы бежали. Там на углу был магазин «Динамо», и камера там стоила 4,50. Мы покупали камеру, и 50 копеек нам хватало на 7 мороженых. Приносили сюда, съедали мороженое, потом продолжали играть в футбол. И Вано Мурадели всегда с удовольствием смотрел, потому что мы играли, может быть, технически нехорошо, но мы бегали как умалишенные. И, конечно, эмоционально были значительно выше, чем сегодняшние футболисты играют. Мы горели. В этом дворе я оказался очень просто. Когда я родился, папе дали две комнаты в этом доме, в доме энергетиков. Папа – энергетик, главный инженер и начальник отдела, теплоэлектропроект. Жизнь другая была, проще, конкретнее и чище, значительно чище. Если мы когда-то обижались, мы всегда говорили в лицо. У нас драки были постоянно с утра до вечера, но до крови. Как только появлялась кровь, моментально агрессивные действия прекращались. Вот здесь играли в пристеночку, потому что здесь кирпичи были. Здесь играли в догонялы. Все на какие-то мелкие денежки. Были такие монетки, которые догоняли, а потом рукой натягивали. И мы забирали то, что натягивалось. Вот здесь же родился, видимо, мой глазомер. Кто-то дистанционная антиципация, как сейчас говорится. Представление дистанции и точности. Видимо, здесь оттачивалось. Жизнь мы проходили очень хорошую, интересную, насыщенную, полную. Наше поколение выросло бойцами. Какими вырастут эти, я не знаю. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что личная жизнь, она запрограммирована каждому человеку заранее. Просто мы идем тем путем, который нам начертан был. У меня нет природы спортивной. Мой отец инженер,
А инженеры обычно что? Сидят, чертят, думают, пишут. Небольшой животик, ну все как положено. Так что я физиологически не должен был быть спортсменом. Я должен был быть энергетиком, как мой отец. Но мне нравилось только фехтование, только спорт. И отец разрешил мне, скрипя зубы, заниматься. Мой товарищ, который меня привел в секцию, он был саблистом, и у него был первый разряд, а у меня был, видимо, природный высокий уровень притязания. Я обязательно хотел выиграть у него. И поэтому я стал заниматься тем, чем занимался он, сабли. Ну и потом мне это понравилось, и я у него выиграл. Потом. Ну, а все остальное уже вышло из меня по ходу жизни. Случайные встречи с одним, случайные встречи с другим. Я имею в виду тренеров. И в конечном итоге я попал в те руки, в которых я засверкал как бриллиант. Это руки были моего тренера Давида Абрамовича Тыстера. Друг Давида Абрамовича Булгаков, значит, ему передал ученика ракиту. Давид Абрамовичу всегда доставались не самые лучшие спортсмены, потому что лучших как бы забирали другие тренеры. Ракита был не очень быстрый, не очень как бы способный на вид. Да, у него было такое, так сказать, немножко медленное фехтование. Но у каждого свой стиль у спортсмена, вы понимаете. Одни за счет ума фехтуют, другие за счет физических данных. Но Марк очень умело просчитывал соперников. И ему не надо было много подготовительных действий. Когда потом уже мы выступали в одной команде, даже я с ним в этом варианте не мог соревноваться, потому что я прикинул, я говорю: Марк, я не буду тебя переигрывать умом, я просто тебя перебегаю, и все. Я старался перебегать. Фехтование такой вид спорта, где, то есть, на первую роль выходят другие качества. Это воля, это характер, это всевозможные способности психической сферы, двигательной реакции. И ракита был медленноват, но при этом очень упорный, хороший тактик. И с ним всегда все сильные очень мучились, несмотря на то, что он был в десятке. Вот. Но он всегда проигрывал Давида Абрамовича. И Ракита, видимо, думал, что-то он такое знает про меня, что другие не знают. Я был спарринг-партнером Тышлера, а впоследствии перешел под его начало как тренера. Я один из первых его тренерских опытов. Тренер хороший, он должен под каждого своего ученика найти его специфику, его хорошие, его выдающиеся какие-то качества, он должен их улучшить, усилить, а какие-то недостатки он должен спрятать. И вот в этом Давид Абрамович, конечно, был вот выдающийся тренер. Вот он смог сделать с Ракитой то, что не смогли другие тренеры. После того, как Ракита стал тренироваться у Давида Абрамовича, он прибавил довольно быстро и стал фехтовальщиком мирового класса. В Токио капитаном команды был Яков Рыльский, он многолетний чемпион и чемпион мира. А таким неформальным лидером был я. У нас такая команда подобралась очень хорошая. Мы верили друг другу, мы несколько лет подряд одним коллективом выступали на всех соревнованиях. И было абсолютное доверие и чувство локтя. И по возрасту у нас Рыльский был на 10 лет старше нас. И дальше были одногодки Мавлиханов, Ашитяне, я, Мельников. У нас такой хороший симбиоз опыта, молодости, азарта. И в полуфинале в Токио мы встречаемся с командой прошлогодних чемпионов мира поляков. За вход в финал мы выиграли у чемпионов мира 9-7. Причем 4 победы дал Умер Мавлиханов, 3 победы дал я, 2 победы Яков Рыльский. И четвертый наш спортсмен Нукзар Ашитяне проиграл 4 боя, но все 4 боя он проиграл 5-4. То есть он практически проиграл всего 4 укола. Когда мы отдыхали перед финалом, после полуфинала, к нам пришел главный тренер сборной СССР по фехтованию Лев Васильевич Сайчук, старший тренер по сабле Лев Федорович Кузнецов и неформальный лидер всего фехтования, в то время майор КГБ, тренер по фехтованию Иван Ильич Манаенко. Они приходят к нам в комнату, мы отдыхаем. Они говорят: так, вот у нас был тренерский совет, и мы решили, что в финале
вместо Асатиани, который проиграл 4 боя, будет работать запасной Мельников. Рыльский и Мавлиханов молчат, а я был очень дерзкий мальчишка. Я всего второй или третий год был в сборной команде. Я встаю и говорю: вы знаете что, мы будем работать своим составом вместе с Асатиани. Если вы хотите, я откажусь выступать. Ставьте кого угодно. Мы на собрании команды решили, что будем драться своим составом, со Сатиани. «Ну-ну», – сказал Иван Ильич. Они отвернулись и ушли. Они не стали с нами спорить, в смысле со мной. Рыльский и Мавлиханов молчали. Они, как старые опытные люди, дозволили дерзкому мальчишке вещать. Мне это потом аукнулось. Я 13 лет был невыездной, когда стал тренером. Но, тем не менее, мы впоследствии впервые стали чемпионами мира и Олимпийских игр, выиграв в финале у итальянской сборной. Тем составом, который мы хотели. Вместе с Асатиани, который, кстати, блестяще фехтовал в финале и принес 2 победы. Важно то, что он всегда, Давид Абрамович для него всегда был непререкаемый авторитет. В 1967 году в Канаде, город Монреаль, был чемпионат мира. Я там установил абсолютный рекорд. В личных соревнованиях, не проиграв ни одного боя, я стал чемпионом мира. Потом в команде мы тоже выиграли чемпионат мира. Ну и, естественно, после соревнований команда праздновала, и на этом празднике хотели присутствовать все, в том числе и главный тренер нашей сборной Лев Васильевич Сайчук. Я потихонечку, под сурдиночку, на этом вечере сказал: Лев Васильевич, я вам по секрету скажу одну вещь. Если мой тренер в Мексику на Олимпиаду со мной не поедет, я откажусь от Олимпийских игр. И отошел от него. Этого было вполне достаточно. Я не исключаю, что это доведено было до сведения тех инстанций, которые решают такие вопросы. Меня никуда не вызывали, но Тышлера выпустили на Олимпиаду. В 1963 году вместе с моим тренером Давидом Абрамовичем Тышлером нас пригласили помочь. В театре «Современник» ставился спектакль «Сирано де Бержерак». Я с удовольствием вспоминаю про этот спектакль, потому что он действительно стал вехой в творчестве театра «Современник». Игорь Кваша, который был очень страстно заинтересованным человеком в спектакле, поскольку все равно до Бержерак все дерутся на шпагах беспрестанно, были приглашены знаменитые фехтовальщики Марк Акита и Тышлер, которые были олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Они обучали всех, и дам в том числе. Я умирал от страха. Я все время говорил: вы сделайте хотя бы какие-то набалдашнички, такие шарики в конце, потому что они отчаянно по молодости рубились на этих шпагах. Я тоже Игорю говорил, что надо более условно сделать. Но страсть, которая им владела, была такова, что они дрались, причем на ступенях, все время перепрыгивались со ступени на ступень. Это было захватывающее зрелище. Эти великие мастера хвалили актеров, они говорили, что они уже достигли второго разряда как минимум, а может и дальше, и выше. Актеры вошли в раж благодаря этим мастерам, которые их, так сказать, подучивали. И, стараясь им понравиться, они дрались не на жизнь, а на смерть. Получился очень живой спектакль, который имел огромный резонанс. Это было очень эффектное зрелище. Мы смогли им помочь, и они нас часто приглашали на свои спектакли. И мы уже как соавторы присутствовали, конечно, на хороших местах. И мы собрались довольно-таки по знаменательной дате, поводу открытия бюста легендарному человеку, легендарному спортсмену, легенде не только Центральной спортивного клуба армии, но и, наверное, всего нашего отечественного спорта. Чествуем непосредственно самого юбиляра на данной аллее. Thank you.
Попал в ЦСКА я, наверное, не случайно. Где-то в 47-м году меня папа повел на стадион «Динамо» смотреть матч ЦСКА-Динамо. Папа никакого отношения не имел к спорту и не любил спорт, и не понимал. Но он понимал, что мальчику надо какие-то развлечения, и он купил билеты и повел меня на стадион. Я болел, конечно, за ЦСКА, а связано это с одним. У нас во дворе все болели за «Спартак». И кто болел не за «Спартак», того нещадно били. Но в связи с тем, что я был немножечко здоровее других, сумел дать сдачи, и ко мне больше никто не приставал. И с тех пор я с 47-х годов где-то начал болеть за ЦСКА. Когда я начал заниматься фехтованием, я ездил на стадион «Буревестник». И в августе месяце 58-го года я по собственной инициативе перешел в ЦСКА. Во-первых, все сильнейшие саблисты в Советском Союзе и в мире были в ЦСКА. Потом там был замечательный коллектив, тренеры. И когда я пришел в ЦСКА, ну, естественно, никто не собирался мне платить стипендию. Я еще ничего не стоил. Но я устроился разнорабочим по выдаче спортинвентаря. И вот там я приходил утром на работу, ставил сетки, в общем, занимался всем. Когда начиналась фехтовальная тренировка, я все бросал и занимался фехтованием. Когда фехтование заканчивалось, я снова приступал к своим рабочим обязанностям. И вот так несколько лет я существовал, получая зарплату 41 рубль, и 30 рублей мне доплачивал папа. И потом я уже вошел в десятку сильнейших в Советском Союзе, и тогда меня поставили на ставку 70 рублей. Это была уже спортивная ставка, я уже не ходил на работу и только тренировался. Мой папа обрадовался, сказал, что бремя с него снимается, и 30 рублей он мне больше не давал. Прошло некоторое время, это был уже 61-й год, сентябрь где-то месяц, меня начал тренировать Давид Абрамович Тишер. И в марте месяце 62-го года я стал чемпионом Советского Союза. И меня тут же поставили на высшую ставку 160 рублей. Парочку-троечку месяцев мне некуда было одевать деньги. А потом, конечно, как всегда, не стало хватать. Вот таким образом я оказался в ЦСКА. Ну и дальше пошла развиваться моя история. После того, как Давид Абрамовича пригласили стать заведующим кафедрой в Институте физкультуры, он ушел. При этом он учеников своих оставил марку. И в один день оказался тренером сборной команды Советского Союза с выдающимися абсолютно учениками. Сначала Куропускова тренировал Давид Абрамович, потом ее тренировал Ракита. Многократный чемпион мира и Олимпиад Марк Ракита уже не выступает в соревнованиях. Он тренер. Внимательный, опытный наставник во многом способствовал развитию незаурядного таланта Куропускова, помог ему шаг за шагом подняться к олимпийским вершинам. Я видел, как Марк Семенович тренирует своих великих учеников, Виктора Куропускова, Михаила Бурцева. И, естественно, с Артуром Тонтовым смотрел, как он с ними занимался, маэстро, как он управлял процессом. Все очень интеллигентно, очень профессионально. Никакого повышения голоса. Даже если какая-то строгость присутствовала, но она такая была очень дружелюбная, такая скромность, можно сказать, как отеческая. И, естественно, его ученики к нему всегда относились и относятся с теплотой. Он старался что-то придумать новое, необычное, что-то добавить, потому что я, когда у нас была тренировка совместно, я говорю, что ты такой вареный, Марк? А он говорит, я не спал всю ночь, я думал, как, типа, сделать так, чтобы ты стал сильнее. Потом появился у него же Михаил Бурцев, вот, и Сергей Горяшкин. И там еще много-много было спортсменов, и на каждого надо было что-то свое найти. Поэтому голова была забита только фехтованием, насколько я понимаю. Я все, удивляясь, как Свет с ним уживалась. Я говорю, когда я домой приходил к нему, я говорю, Свет, слушай, он тебе с фехтованием не надоел? Было какое-то письмо, ну, как это тогда называли, анонимка. Значит, письмо, естественно, без подписи куда-то, что на него, что он собирается уехать в Израиль. И из-за этого письма вот его 17 лет не выпускали.
В результате его ученики всегда выступали на соревнованиях без него. Но он им давал задания, вплоть до того, что брал листочек бумаги. Там писалось там каких-то 5 советов общих на все случаи жизни. Эта бумажка с кармана. У фехтовальщика в фехтовальных штанах есть карман, и там могла лежать эта бумажка, которую в нужный момент можно было вынуть, прочитать и положить назад. Это один из методов тоже, который мы до сих пор используем. Поединки проходили в грандиозном спортивном зале. Здесь были оборудованы более 20 полей боя. Трибуны вмещали 6 тысяч зрителей. Получив саблиста Московской Олимпиады, ведут дополнительный бой за золотую медаль. Победив Михаила Бурцева, Кровокушков становится теперь двукратным олимпийским чемпионом. Первую золотую медаль он получил в Монреале. Как тренер я был полностью удовлетворен. Мое присутствие на таких огромных соревнованиях доказало всем, что дает результат. Я много лет перед этим не выезжал. А здесь мне никуда не надо было выезжать, это было дома, и я имел возможность помогать им. Но мне было больно, что они дерутся вдвоем. Я бы им обоим дал по золотой медали. И поэтому я взял и ушел. И я, честно, этот поединок не видел. Я его видел только в кино. Мне надо было управлять собой, потому что здесь нельзя проявлять никакие эмоции. А там эмоции, конечно, были. То один вел, то другой. Один наносит удар, другой удар. И я что должен делать? Каждому удару радоваться? Так не бывает. Поэтому я взял и ушел. Но я был рад и огорчен. Рад, что то, что я сделал, и они сделали, мы доказали, что мы лучше. И огорчен, что один должен быть первый, другой второй. Но я вообще считаю, что он правильно поступил, по большому счету, потому что для него каждый его ученик по-своему дорог. Марк сам говорил, что, в принципе, мне бы хотелось, чтобы выиграл Миша, потому что ты уже олимпийский чемпион. А он, может быть, никогда им и не будет. А это, конечно, был его шанс. Ну и Марк, конечно, переживал. Я думаю, что больше за Мишу. И это правильно, кстати. Это выдающийся советский фехтовальщик. И, к счастью, один из немногих выдающихся фехтовальщиков, который стал и выдающимся тренером, который в этом виде спорта был одним из примеров, на котором учились, и в том числе я. Он мне помог тем, что у него была болезнь глаза, и эта болезнь глаза была достаточно серьезной. И тогда, когда мне стали запрещать заниматься фехтованием из-за ухудшающего моего зрения, я написал письмо в советский спорт и получил, кстати, ответ о том, что существуют примеры, когда люди с близорукостью являются успешными саблистами. И как пример привели Марка Кипа. Я после этого, естественно, на всех соревнованиях болел за него. Я помню, что он с моего подросткового периода поддерживал меня. Я не блистал физическими кондициями. Мне приходилось с помощью тактики переигрывать соперников. Потому что часто говорим, что фехтование шахматы – движение. То есть ты не колешь противника там, где он стоит. И, естественно, противник или сломает дистанцию, чтобы ты пролетел этим наконечником мимо, или отойдет, чтобы ты не достал. А если ты просчитываешь его, где он будет, и колешь именно в ту точку и в тот сектор,
где он должен быть. Поэтому такие вот шахматы у нас фехтовальные. Любой молодой спортсмен, который только начинает свою спортивную карьеру, перво-наперво слышит такие фамилии, как Ракит, Кровопусков, Бурцев. Ну вот так вплотную мы начали общаться, когда я уже перешел на тренерскую работу. И случай вообще был смешной, когда мы только начали с Марсом Семеновичем общаться. Вот, он решил меня, так сказать, подколоть. Он меня подколол и стоит, смотрит. Я думаю, ну ладно, сейчас вот если еще раз подколет, отвечу. Вот. Он еще раз подколол, я думал, не, ну так не может продолжаться постоянно. На третий раз, когда он меня подколол, я ответил, он с улыбкой сказал, вот, а я давно жду, ты же саблист, ты должен отвечать сразу. Какой-то стресс, напряжение. Он знал слово, он знал, как посмотреть, на что обратить внимание, на что переключить твое внимание, чтобы ты отвлекся, чтобы ты не погружался в какие-то негативные мысли, я имею в виду фехтование, спорт, поражение. Мне всегда его советы помогали и помогают до сих пор. Он так где-то так ненавязчиво подойдет и скажет какую-то фразу, которую ты потом обдумаешь и потом примешь, но не сразу. То есть он заставляет тебя самого думать и самого приходить к тому, что он уже давно знает. Занявшись этим видом спорта, во-первых, человек, не имеющий природной координации, обязательно ее получит. Второе, человек, который не умеет жить и общаться в коллективе, обязательно научится контактировать с людьми, потому что он вынужден будет фехтовать с противником, выигрывать или побеждать. При победе он должен обниматься или пожимать руку, или при проигрыше, не выказывая какого-то превосходства над противником, просто пожать руку и поблагодарить за соперничество. То есть научиться владеть собой и эмоциями. И я думаю, что в любом случае, чем
болтаться на улице, лучше идти в зал, и в зале и атмосфера хорошая, и люди достойные, и разговоры, и обстановка. И во всяком случае есть какие-то перспективы и для души, и для тела. У нас чистый вид спорта, чистый, у нас нет допинга. Очень важно, ты закончил карьеру чемпионом или нет, но ты закончил здоровым человеком. Я безумно люблю фехтование, и я всем его советую. Я бы посоветовала его вести в школах. Это разносторонний вид спорта, это интеллектуальный вид спорта, это спорт самоконтроля. Вести себя достойно, быть корректным, уметь проигрывать, уметь выигрывать. Я с удовольствием буду рекомендовать своему ребенку, когда он подрастет где-то в 9-10 лет, взять спортивное оружие и попробовать заняться фехтованием. Сколько тебе лет-то? 10. У тебя какой-то разряд уже есть? Первый. Да ладно. Правда? В 10 лет первый разряд? Да потому что я в детстве очень много смотрела «Три мушкетера», и я все время очень с 5 лет очень собирала палки. Я сама решила, потому что я уже просто 1000 посмотрела «Три мушкетера», мне уже надоело их смотреть. И я захотела заняться с этим спортом сама. Я бы хотела похожа на Софью Великую. Ты тоже хочешь быть великой? Да. Очень хорошо. Потому что она очень много побед выиграла. И она училась в ЦСКА. Со скольки лет вы начали заниматься фехтованием? Ты еще не доросла. С 14. Ну, у нас тогда другое время было. Очень хорошо, что ты так рано пришла. Хорошо, что тобой занимаются долго. Но на самом деле можно в любое время начинать. Важно, что ты любишь, тебе нравится, и ты получаешь удовольствие. Да. Нам жена, жизнь для чего дана? Чтобы радоваться. Молодец. Вот мы и будем радоваться. И приносить пользу себе, семье и фехтованию. Ты согласна? Да. Давай лапу. Так как мой путь к Токио продолжается, мы обсуждали мое возвращение с Марком Семеновичем Ракитой. После рождения 2 детей каждое возвращение спрашивал: Марк Семенович, скажите мне правду. Получится у меня нет? Если нет, то собираю чемоданы. На что Марк Семенович мне говорил: Сонечка, вперед. Хочу пожелать Марку Семеновичу, чтобы он порадовался за нашу сборную в Токио в 2020 году. Поэтому будет очень приятно, если олимпийский чемпион 64 года в Токио приедет на Олимпиаду 2020 года в Токио. Там он был спортсменом, здесь председатель тренерского совета. Великий тренер фехтования сабельного. И большой человек по жизни, член фонда Усманова, там каких-то правлений, этого я уже не знаю. Я знаю, что все фехтовальщики, если есть у кого какие-то беды, всегда могут обратиться к нему. И всегда могут рассчитывать на его помощь. Это очень дорого стоит. Его ученик Виктор Кровопустов и сам Ракита, они были для меня примерами для подражания до тех пор, пока я вот брал в руки саблю. И вот с тех пор у меня есть такой вот подарок. Одна из немногих редких фотографий, где учитель и ученик вместе. Она у меня всегда в моем кабинете стоит. Единственный, на мой взгляд, тренер, который создал такую школу, в которой участники финала Олимпийских игр в Москве разыгрывали между собой и золотую, и серебряную медаль. Я еще раз повторяю, что это один из самых ярких саблистов 20 века. До конца. Работай!
каждого человека должно быть представление, что такое мужчина. Я не понимаю вот этой беды 60-65. Я имею в виду пенсию. Мужик, если он ничем не занят, он умирает. Он должен чем-то заниматься до последних дней своей жизни. Будет это официальная работа или нет, будет он с внуками возиться. Но мужчина должен что-то делать. Он не может сидеть на печке, он не может сидеть у телевизора, он не может, как картошка, сидеть на диване и пухнуть. Мне сейчас 81-й год, и я рвусь на работу. Я рвусь в те организации общественные, к которым я имею отношение. И есть возможность кому-то помочь, я получаю удовольствие от этого. От того, что я что-то сделал для кого-то. Думаю, что большинство людей тоже хотело бы быть занятыми. Может быть, когда наступает более высокий возраст, может быть, занятость могла бы быть не 8 часов, предположим. Людей надо уметь использовать, получать от них то, что они имеют и что они могут отдать. Аркадий Максимович, прошу вас. Кашу, долго думаешь? Ты видишь, как я быстро играю, Аркаш? Здрасте, называется, приехали? Я же тебе говорил, долго думать – это нехорошо. Шах. Следующим ходом мат. Ну все, закончили? Учись. Дайте атаку!